Танцы, танцы, много танцев. В минувшую субботу в ДК «Химволокно» собрались 10 лучших дэнс-коллективов Верхневолжья, работающих в современных направлениях хип-хоп, модерн, джаз, панк и другие. В финале конкурса «Поймай удачу» приняли участие более 150 человек. Шоу молодых талантов поразило зрителей. Все замечательно, праздник, танцы, костюмы, красивые люди, веселые. Особую атмосферу веселья и радости на конкурсе создали идейный вдохновитель проекта Дмитрий Седов и члены жюри. Специально на гала-концерт из Москвы приехал хореограф «Фабрики звезд» Михаил Кулаков. Когда-то он начинал свой творческий путь под руководством Дмитрия Седова. Он организовал безумное вот это действо, вот эти танцы. Он на самом деле, Дмитрий, вообще есть родоначальник танцевальной культуры в Твери. Потому что когда я еще был маленький, он первый танцевал уже Майкла Джексона на всех площадках города. На финальном гала-концерте конкурса «Поймай удачу» участники в стиле Майкла Джексона не выступали. Они представили свое видение современного танца. Девушки из ансамбля «Шаги» показали настоящее театральное представление, как живется женщине в этом мире. Танец получился глубокий, интересный и красивый. Молодой коллектив безоговорочно завоевал сердца жюри и получил первое место в конкурсе. Мы хотим говорить со зрителем, мы хотим ему что-то рассказывать и нести идею, чтобы зритель понимал нас, чтобы зритель чувствовал и чтобы были, что называется, мурашки. Шаги от первого места оказались совсем юные участницы ансамбля эстрадного танца «Фан Плюс», которые выступили в двух совершенно разных номерах. А вот третье место поделили сразу два коллектива – ансамбль «Живой свет» и шоу-балет «Тревел», перенесший всех во времена стиляг. Мы готовим новое поколение, ну, я надеюсь, что готовится новое поколение совершенно других ребят, которые будут развиваться, которые будут менять нашу жизнь, как бы это сильно ни звучало. И такие конкурсы, как «Поймай удачу», по мнению жюри, способствуют развитию нового поколения танцоров, которые больше работают над собой, отдают всю душу делу и хотят побеждать. В итоге зритель видит перед собой профессионалов и настоящее шоу. Мы обязательно будем продолжать этот проект. Эмоции моря. Мы благодарны всем, кто поддержал нас и сделал это яркое шоу, которым мы сегодня очень довольны. Для тех, у кого не получилось попасть на гала-концерт, еще появится возможность посмотреть шоу. В ближайшее время телеверсия будет опубликована на сайте еще одного организатора проекта – информационном портале «Твериград». И кроме того, лучшие из лучших участников двух конкурсов «Поймай удачу» вокального и танцевального выступят на одной сцене в день города. Всех жителей и гостей нашего города, столицы нашей Тверской творческой столицы, мы приглашаем 24 числа на двухчасовую программу. Начало программы в 22:00, окончание 24:00, и после нас салют. Последняя песня заглавная будет перед салютом. Это «Мы все разные, но Тверь у нас одна». Юлия Личева, Андрей Шибаев, Виталий Осипов, «Твериград ТВ».